Да, на эфир попала, да, Светулечка, да, моя хорошая. Валерия, он был еще. Правильно, каждый пускай посмотрит на себя. Ой, да ладно, люди разные. Кто-то после передачи осадок-то остался. Осадок, у вас какой осадок остался? Вы при чем тут? Добрый вечер, Маринечка. Привет. А я слышала, что грехи забирают, а не карму. Грехи забирают. Ох. Да. Ну, карму тоже, наверное. Нет, это неправда. Александра не такая. Я тоже считаю, что она не такая. Я тоже считаю, что она на пустом месте. Ну, я таким ее не ощущаю. Я очень чувствительный человек. Я водолей. Я в ней вижу очень принципиального человека. Прям безумно принципиального человека. Она знает, как себя защитит, но она никогда сама не... Она не настолько низкое существо, чтобы вот как некоторые начинают читать это... Ну, я такого в ней не вижу, хоть вы меня убейте. Вот, ну, я очень хорошо людей чувствую. Я когда ехала к Африкантову, я знала, что меня ждет беда. Вот. Но Саша мне не дал другого выхода, и из-за Саши я это сделала. И действительно это случилось, я это знала. И даже тата, моя тата тоже очень хорошо людей чувствует, и она всегда говорила: тата, на всю жизнь запомнишь эту поездку к Африкантову. Ты все-таки едешь? Я говорю, да, таточка, мы решили поехать. Она говорит, на всю жизнь запомнишь эту поездку к Африкантову. И от нее пошли очень многие беды у меня вообще в жизни. От нее появилась у меня этот карамель, вот этот, которая вообще... ничего плохого в жизни не сделала, а последний день вредит мне. А вот. Я знаю, как вредит, и я знаю, ну, этих вещей говорить не буду. Но жизнь продолжается когда-нибудь, и это все прилетит обратно. А вот. Опять начались сплетни. Сплетник точно сказал, со своим пониманием, причем мне надо слушать. Да. Амутгуз, вот я вас очень уважаю, но откуда вы знаете, какой человек Агибалова? Вот откуда вы знаете? Вы лично с ней не общались, вы этого человека не знаете. Агибалова человек, который, если ее укусит, то она 10 раз укусит. В принципе, правильно, я бы тоже так делала. А вот. Сама она не опускается, она не низкое существо, она не дешевое существо. Чтобы вы понимали, я это знаю. Как многие остальные. Очень много злых людей. Не обращайте внимания. Ужас. Шарфон, вот. Питер, где вещи? Манера. Так, Анночка, вот все, давай, до свидания. Так, вот окно. Выдохнула в доме. Здрасте, мама Тристана. Чем заняты? Мы занимаемся с Бетечкой. Ну, таточка занимается с тренером, а я жду их на гимнастике. Вот моя тетя. Вот она, моя красота. Молодец, Бетечек. Молодец. Все, пошли, Бетечек. Ой, да что моя радость маленькая. Четыре тысячи человек слышали, так она говорила, подружка, блин. Нет, вон туда, видишь, туда все пошли. Шафик или этот танце, как ваш свет сказал. Ну, шафик, это вот новая коллекция Гуччи.
то, что они диктуют модой, они пускают это, я купила. И, кстати, очень даже милые, я считаю, мне очень нравится. А зять ваш, который опозорил тату на всю страну. Ну, ДНК. Тату он не опозорил абсолютно, он сам себя опозорил, тату нет. Никто ничего не забирает за свои грехи, каждый будет расплачиваться. Ну, вы тоже грехи. Вот вы что, думаете, не грешите, когда судите? И таким образом часть греха забирайте однозначно. Это точно, я знаю. Такой стол даже собрать. Да уже успокойтесь, вот это деревенское понятие. Какой стол? Какой стол? Вы о чем? Это вообще, вот было бы странно, если бы он мне накрывал столы, что у нас был пир, что ли. Мы просто встретились, она меня вкусно накормила, по-человечески приняла. Вы вообще о чем, народ? Мне зачем этот стол? Вы что, голодные, ничего не ели, ничего не видели в этой жизни, что ли? Господи, какой ужас, какой ужас. Это, знаете, понятие вообще деревни. Вот то, что вы пишете, это вообще вот глубинка деревни. Марина, какой вы национальности? Я грузинка. Как похудеть? Ну, я худела, вот у меня была диета. 18 часов я не ела, ела только 6 часов. С 12 до 6, с 12 дня до 6 вечера я ела. С 6 вечера до 12 дня я ничего не ела. Очки бомба. Да, мне тоже нравятся мои очечки. Какая диета? Я только что рассказала. Это привет от меня. Передам обязательно. Спасибо. Все можно заказать. Тайские мишки. Нет, у меня нельзя заказать тайские мишки. Я их не продаю. С мишками, может, и сбросишь лишний вес, но здоровье потеряешь. Садитесь на диету. Марине, 8-16. Неплохая диета, но... Знаете, ходить с лишним весом тоже очень вредно, я считаю. Так, у тебя очень хорошо, а вас говорит, не верьте. Ну, хорошо она может и не говорить, но и плохо она говорить не будет, я в это уверена. Привет, как дела? Я людей чувствую, очень хорошо чувствую. Мне не надо вот... писать всякую ерунду. Приветик, Бородина, призы играет. Вы не хотите играть? Ну, если она гив запустила, почему нет? Я бы с удовольствием бы поучаствовала в гиве, потому что гиви не сама же Бородина. То есть, чтобы на них люди подписывались, поэтому они эти деньги, ну, собирают. И выбирают. Ну, в общем, она выбирала, кто выигрывает. Я мало в этом понимаю. Агибалова двухличная личность. Не знаю, не могу это комментировать абсолютно. Смотря с кем, наверное, с какими-то людьми, с некоторыми мы тоже бываем иногда двухличными, наверное. Может, иногда так надо, знаете, ну жизнь. Моя вы красавица, Олечка, привет, добрый вечер. Пошли. А где вы?
Мариночка, да, мы с Бекечкой на гимнастике. Она на гимнастику находит. На художественную на гимнастику. А вот. И так с ней бегает там. Пока еще занимаемся вместе с ней, чтобы она. Алибалова хорошая женщина, и вас уважает. Мариночка, а что за дача была это ради деньги? Поддерживайте деньги свои. Тысячи рублей. Боже мой, даже как можно об этом вообще говорить? Мы не знаем, какая Агибаба на вас осудила, к сожалению, П. Я тоже слышала, но хорошо. Осудила, так осудила. Чувство вкуса у вас на высшем уровне. И очень хорошая и современная женщина. Марина, вы шарфик очень красивый. Красивый шарфик. Спасибо. Нормальный мужчина так не делает. Так делает чмо. Вам очень любит такая шапка. Да, я тоже, мне тоже она очень нравится. Безумно нравится. Мариночка, не обращайте внимания. Марина, как у вас личная жизнь? Друг есть? О, вот. Прям на всю страну мне это рассказать. Такие смешные. Вот это вопрос, да. Нет, я сейчас не худею. Сейчас я дала волю своим желаниям и чувствам. Я ем очень много. Но я как только приеду в Китай, обязательно начну худеть. Скидывать лишнее есть. Опять сяду на мою же диету, на которую я сидела, уже. Я смотрела вашу встречу, все замечательно, пишите бред люди. Ну, это вообще у людей с головой проблема, мне кажется, да. Вы лучше, Олечка, спасибо, привет, привет. И на сколько похудели? Я на 7,5 килограмма. Красавица. На доме 2 пахать надо еще столько, сколько вы не пашете. Вы даже не представляете. Представляете, сколько надо работать там. Там тоже есть своего рода свои плюсы и минусы, знаете. Чем мы всегда отвлекались с 00 часов ночи до 12 часов. Я не могу понять, это что за... Ты, Белочка, не смогла понять вопрос, как я должна сыть. Ириночка, это ты кого гонишь? Аллочка, привет! Вы сладкая. Можно заказать у вас эти очки. И какая-то фирма.
Да, эти очки можно заказать. Оправу. Можете только оправу заказать. А могу вам заказать вот такие же японские стекла. Со стеклами 8500 будет стоить вот это. Ну, еще плюс, если цепочка, то цепочка еще 2000. Когда вы поедете в Китай? Вот на днях, буквально на днях. Хотела бы заказать такой шарфик. А для этого мне в Китае быть не надо, чтобы заказать такой шарфик. Я ее могу заказать без моего приезда в Китай. У меня же там девочка работает сейчас. Лили, она отправит. А я через WeChat оплачиваю все. Я перевела денег через WeChat и все. И отправила им адрес, куда надо отправлять. Они сами отправляют. Очень легко все. Красоточка ведь наша. Хорошая мама и бабушка. Как могу, как могу. Я очень стараюсь там. Марина, как вы относитесь к тому, что пан Валевский выставляет вас в невыгодном свете? Это обо мне не говорит, это говорит только о его личности. Как я отношусь? Ну, конечно, к этому я негативно отношусь, но я смотрю, наблюдаю и делаю выводы дальше и дальше и дальше. И все говорит о том, что я все сделала правильно. Мариночка, привет от Лики. Лика, привет. С Владикавказа, Ликочка. Он наоборот, о ней хорошо. Хорошего мнения. Зачем врете? Что врете? Что врете? Я что, не вижу, что он выставляет, что ли? Про очки, про всякую ерунду, крестная мать там. Алло, Ковалевский, что там? Хорошо, в хорошем свете, хорошо меня выставляют, конечно же, нет. Ну, вот ладно, как ему видится, как ему нравится, пусть играется. Пусть лишь бы не плакал. Дитя тыщется, лишь бы не плакал. И есть такая, та самая, поговорка, я забыла, как правильно сказать. Вот это про Сашу. Красавица наша, почему игнорирует эту самую? Бетечка, давай занимайся, Бетти. Все занимаются, ты тоже? Вот молодец, вот молодец. Все, заниматься надо, Бетечка. Все. Давай, моя любовь, давай. Она делает то, что хочет делать. Плакать не надо, Бетечка. А что увидела в магазине маечку с никами? Сразу вспомнила вас. А, маечку с никами сразу вспомнила вас. Понятно. Я слышала очень хорошо, а вас говорила Ирина Гибалова. Я тоже верю. Может, хорошо и плохо то, что она плохо говорить не будет. Я абсолютно в этом уверена, зачем ей это надо. А какая у вас диета? А, привет из Ростова. Привет, Ростов. Мне как будто волосик где-то вот по лицу. Как общаться с бывшим мужем? Марина, тебя полнота не портит, но если только для здоровья. Марина, а как заказать у вас вещи? А то я пишу вам, а я ответ игнорирую. Я, знаете, я не отвечаю в комментариях. Заинтересованный человек в директ всегда может написать. Кто мне пишет в директ, я отвечаю каждому. А вот.
каждому. Вы мне скидываете фотографии, к сожалению, сейчас у меня заблокировали, ну, кто-то украл у меня этот аккаунт. Сейчас решаем этот вопрос. На днях, если не решим, то заведу новую. Вот. Я немного, не то что немного, а я хорошо поправилась прямо здесь. Так, привет, Мариночка из Ташкента. Вам Ташкент привет, друзья. Мудрая, шикарная. А, добрая, мудрая, шикарная. Спасибо. Мне кажется, что на доме два нервов оставишь, что потом деньги не успокоительные пойдут. На успокоительные пойдут. Знаете, не знаю, людям кажется, что любая работа это связано с временем. 24 часа, когда ты находишься под наблюдением, с камерой, ты делаешь 24 часа, когда тебе надо играть, это не так просто, как вам кажется, если честно. Так что. И многие из вас, осуждающие здесь, и носа туда не сунут, потому что такое могут откопать про вас, и вы это знаете. Иначе вы бы все бежали бы туда, сломя голову. Просто вы знаете себя, свои грехи, многие из вас. И вот ничего не остается многим из вас, не про всех, не про каждого говорить, но многим из вас, которые мечтают туда попасть, а многие из вас просто боятся туда идти, потому что что-то держит. Гимнастики с куколкой. Ну, татна Беточка пришла с куколкой, да. Ну, и она ее оставила в раздевалке. Ну, вот, видно. Давайте я почищу камеру. Вот сейчас как. Угу. Сейчас вас накрут не отношут и суши. Не слушайте, никто меня накрутить, Марина, не сможет. Никто, потому что я же не глупая. Если накручивают, вот если мне передают, значит, я знаю, где правда, где неправда. Если мне говорят, что там Африкантова про тебя плохо сказала, говорили, по крайней мере, я знала, что это так. И это меня задевало. Если говорили, что пан плохо про тебя говорит, или там, ну, там намеками, что-то там еще что-то, ну, я знаю его прекрасно, и поэтому я, конечно, завожусь, потому что я знаю, что он может сказать, как может выставить тебя в плохом свете, и при этом он остается как бы таким, как будто ничего плохого и не сказал. Знаете, это его тактика, он это умеет делать, этому он учился. Вот. Тут я знаю, что это неправда. Чего ж я буду заводиться? Глупости. Я потрясающая женщина. Красивая, умная, веселая, обаятельная. Спасибо вам большое. Привет. Что за... Марина, когда ко мне приедешь во Владикавказ? Лика, не знаю. Марина, вы... Как ваше здоровье? Ну, сейчас получу. Анюточка, привет! Как на так же, по эфирам? Да, по эфирам нельзя сидеть людей, это точно. 8500. Цена на шарфик.
спрашивали, вы давно в Москве живете? Недавно переехали сюда в 2016-м. До этого жили в Пекине с 2004 года по 2016. Мы жили в Пекине, в Китае, с татой. Больше вопросиков, больше никому ничего не интересно, да? Есть вещи, на которых я не отвечаю, ибо мой ответ может быть очень резким и неприятным кому-нибудь, поэтому я пролистываю и не всем отвечаю. А, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакал, да-да-да-да-да, ну, это видно. Сейчас вас... Потрясающая женщина, красивая, умная, веселая, внимательная. Спасибо вам большое. То-то-то-то-то-то. И все. Дети на какие занятия ходят? Дети ходят пока на гимнастику. Светочка. Пока на художественную гимнастику, а там посмотрим. Посмотрим, получится у нее, не получится. Мы будем пробовать всякие кружки, и где у нее хорошо получится, там мы и останемся. У меня был такой мужчина, как там, палец. Как круто вы написали. У меня был такой мужчина, как вам палец в жопу засунет и по головке гладит. Простите за мой французский, это правда. Есть такая категория людей, да. Я очень люблю Бербери, как здесь называется, забыла, блин, такая длинная бутылочка, обожаю его. Я вообще плохо разбираюсь в духах, вот тата очень хорошо разбирается, она знает эксклюзивные запахи прям, она хорошие, крутые запахи берет. Я, ну, Кристиан Диор, Диадор, Бербери. Ну вот на этом и все закончилось. Здесь мой выбор. Не меняем. Сколько по времени занимается с ребятушками? Ну час, пока час. Марина, с какого года, если не секрет? Абсолютно не секрет, 1970 года. До свидания, Дуси, 1945, до свидания. Спасибо, дорогая, ты такая приятная женщина. Спасибо, Марин, какие приправы нужны для сациви и пхали? Ой, для сациви нужны усхосунели обязательно. Кинза, кориандр сухой, молотый. Значит, это обязательно. Желтый цветочек обязательно. Шафран. Вот. Шафран обязательно. А вот. Ну, там уже чеснок по вкусу, лук нельзя. В этот, как его, пхали можно, а в сациви нельзя. Водичку? А вот. Я протираю грецкие орехи через сито, через железное сито.
она получается очень-очень мелкая, прям такая. А можно даже в блендеры взбивать, кстати. В блендере тоже можно взбивать. Очень вкусно получается. Очень прям она вообще такая однородная масса. Нет никаких камушек там ореховых. Вот. В общем, взбиваете в блендере грецкие орехи, туда добавляете уцкосу нелли, кориандр сухой, молотый, семена кориандра, немножечко, обязательно шафран, и все, и соль по вкусу, туда, значит, чесночок, перчик красный немножко, прям совсем немножко, и все. Туда можно потом положить курочку жареную. Сначала ее варят, потом жарят и кладут туда. Но сильно жарить нельзя, чтобы она была мягкая. Выкладываешь в эту бажу, вот эту массу, которую вы готовите вот с этими специями, и все. Со всеми готовым. Ничего сложного. Спорт-то здорово, развивает силу духа и характер, дисциплинирует, супер. Валера после программы приходил к дочке? Да, приходил. Для дочки, наверное, много. Один час, она еще маленькая. Нет, она, мы ее уводить-то не можем. Через час она еще хочет остаться. Горем пополам оттуда выкуриваем ее. У нас уже пятое занятие. Идет вот. Сегодня пятый день. Купила уцко сунели у грузина. Куда ее? Вот уцко сунели надо еще купить кинзу. Семена кинзы и помолоть ее. Обязательно. Ну, например, если ложечку делаешь, ну, там, пол ложечки, если пол ложечки делаешь с фасунелли, то есть, дневники, сейчас дневничок. Сейчас, подождите, Бетечкин. Возьми, Бетечку, Бетечкин дневничок. Да, я в прямом. Бубочка! Ой, ты моя радость, бежит. Бетечка, дневник, Бетечка, сейчас тебе оценку поставят, моя любовь. Это не твоя, это не твоя. Вот она твоя, Бетечка, вот она твоя. Положи, не твоя, Бубочка, Тата. Туда, куда иди. Сюда, находим. Боже мой, куда же еще делать эту куколку? Давай, сюда, Петя, иди сюда. Сейчас я у нее заберу, подождите. Нет, подождите. Тата, забери у нее, пожалуйста, чужую она взяла. Хорошо. Вы, то есть, садись, сейчас оценку будем получать, доченька. Я тоже недавно научилась готовить сациви и лобио. Вкусняшка. Ой, лобио, кстати. Напомнили, завтра же приготовлю. Сациви без лука. Сациви без лука, да. А в хале обязательно с луком. То есть, Светочка, скофунели и кинзу нельзя в равных долях класть. Кинзу надо класть намного меньше, чем скофунели. Добрый вечер, Валентина Тристановна. Белые нужны. Да, белые, грецкие белые прям, да. Можно в блендере взбивать, очень хорошо взбиваются прям. Грецкие орехи, привет, грецкие орехи, да. Лучше поговорить, чем сплетни слушать. Да, ведь однозначно, правильно, Светочка. Где мама ее подружка быстро? Подружка вот где-то здесь лежала. Видели, какая у Бетти? Мой маленький олимпийский чемпион. Все, я не могу найти.
Вот она, доченька, держи, вот твоя подружка, смотри. Да, это не твоя подружка, да. Да, моя любовь, да. Эту не трогай, да. Все, пошли домой. Пойти домой. Ну покажи ее. Так. Все, закончила занятие. Она еще хочет заниматься, она побежала. Она еще хочет, вот час. Мне пишут, что час много для Беточки. Беточка 2-3 часа может заниматься и не устанет. Это лентяйка. То, что ленится делать, это не хочется. А то, что она выучила хорошо, то она готова сутками выполнять. Да. А то, что не знает, она не хочет новое что-то выучить, да. Так, доченька, я сама отзанималась, как это. Посмотри, как прыгает. Посмотри, молодец. Она сегодня научилась так прыгать. Молодец, по ягодкам прыгаешь, дочь, иди. Так, вы спокойнее стали, как заблокировали. Браво, Марина. Да, это Мариночка, хоть не сдо, мои хорошие. Мальчик, я пошла. Эдико, посмотри. Хоть не сдо. Занятие закончилось, я отзанималась. Хороший паблик. Доченька, давай. Хоть не сдо. Хоть не сдо. Пойдем на сейчас другие занятия. Иди сюда, пойдем. Дома будем заниматься сейчас. Иди сюда, дочь, пойдем. Отдельный привет. Хоть не сдо. Пойдем, доченька, наклейки клеить нам надо. У нас дома еще. У нас еще с тобой дома много книжек. Пойдем. Устала ты уже. Пойдем, тебе воды надо. Все, давай, Танечка, выхожу. Я тоже люблю. Девочки, мне надо выйти. Сейчас мы пойдем.